Всем привет, меня канал Нанулайф, презентация ТОП-БОМ, инновационный стабильный доход. Сегодня 6 мая 2023 год. Далее. I'm taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me. О платформе. ТОП-БОМ – один из самых успешных проектов Blackstone Capital. Платформа предоставляет возможность инвестировать сделки с невысокой процентной ставкой, но стабильным качеством сделок на каждый день и при этом полностью исключает риски проигравшего события. Такое предложение стало возможным благодаря многолетнему опыту и анализу огромного массива данных и высокоточной математической модели, рассчитанной искусственным интеллектом. Далее. С ТОП-БОМ могут зарабатывать все. IT-технологии, зарабатанные специально для платформы, открывают мир инвестиций для широкого круга людей. Не нужно иметь высшего образования, не нужно опыт в инвестиционной деятельности, чтобы начать свой путь к стабильному и высокому доходу. Далее. Интерфейс платформы просто и понятен. Техническая поддержка сегодня на связи 24/7 и готова ответить на ваши вопросы. Вы можете не сомневаться в безопасности ваших данных. Обычные домохозяйки, мамы в декрете, специалисты любых профессий и даже пенсионеры могут легко и без рисков начать зарабатывать на платформе. Далее. Обратный исход. Blackstone Capital одна из первых разработала и предложила уникальное решение по инвестированию в спортивные события и киберспорт. Симбиоз классического инвестирования и классических спортивных сделок для оригинальных продуктов с потрясающей доходностью, нулевыми рисками и стабильными ростами. На платформе совершаются сделки на обратный исход события, которые не производят. Это безрисковый формат, который гарантирует выигрыши и при этом страхует сделки. Далее. Сложный процент. Ежемесячный процент при прибыли на сделках составляет 142%.
Такие проценты не могут предоставить никакие банки и инвестиционные компании. Это основная причина, по которой вам нужно незамедленно начать зарабатывать здесь. Далее. Сложные проценты. Ежемесячный процент прибыли на сделках составляет 142%. Такие проценты не могут предоставить никакие банки и инвестиционные компании. Это основная причина, на которую вам нужно незамедленно начать зарабатывать здесь. Таблицу сами посмотрите, друзья. Далее. Сберегательный вклад разработан специально для тех людей, которые не могут совершать сделки каждый день. Фиксированный вклад размещается на определенный срок от 7 до 180 дней. За этот период вы не можете вывести свои средства. У данного вида вклада большие проценты, что позволит вам намного преувеличить свои вложенные средства. Вложив средства в действующий вклад, вы можете вывести их в любой момент. Процент у такого вклада составляет 0.02% в день. Далее. Благотворительность с Тамбум. Инвестируя в Тамбум, вы становитесь частью благотворительности, которая занимается Тамбум. Смотрите подробнее в разделе «Благотворительность». Есть чаты в Телеграме. В меню «Мероприятия». Наши активные пользователи проводят мероприятия с презентацией Тамбум, тем самым собирая команду, повышая свой VIP-уровень и увеличивая прибыль. Смотрите подробности в разделе «Мероприятия». Далее. Регистрация на платформе. Ссылку оставлю для желающих под видео. Кому интересно этот Тамбум проект. Регистрация на платформе разрешается только лицам, достигшимся 18 лет. Запомните, друзья. 18 лет. Все пункты заполняйте внимательно и без ошибок. Первый логин надо, второй пароль, третий промокод и далее. Регистрация на платформе, четвертый проверочный код, пятый электронная почта, 3-6 код подтверждения. Все надо. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Далее. Рулетка. Замечу, друзья, бонусные рулетки есть. Как только вы зарегистрируетесь, вас приветствует бонусная рулетка. Зачитаю. После регистрации вы можете заработать бонус в рулетке. Этого не надо стоит так делать. Не стоит. Потому что я сразу как зарегистрировался, и мне бонус написали. Я зашел, покрутил и потерял деньги. Бонус не получил. Засчитаю. Внимание! Вам дается только один бесплатная прокрутка. За последующие прокрутки займется 300 рублей. Я на этом барабане потерял 200 рублей. Вложил 1000 рублей. Потерял 200 рублей. Так что на этом бонусе вы не заработаете. Далее. Депозит, пополнение баланса. Перед внесением депозита вам необходимо привязать карту. Действительно, друзья, я по карте пополнился. Вот. Вы можете привязать только одну карту. Сделать это можно через управление картами во вкладке «Мои аккаунты». Вот. Показана тут картинка. Введите свои банковские данные точно так же, как на карте. Латинским буквам. При депозите через USDT минимальная сумма составляет 10 USDT. Вот. Если вы пополняете через биржи USDT, то они быстрее пополнятся. Я пополнялся через карту, ждал 30-40 минут, друзья. Долго было пополнение. Вот. И там и тут комиссия взимается. Конечно, через USDT или электронные доллары быстрее пополняется. Депозит можно внести через кнопку «Депозит» и в меню на платформе в левом верхнем углу смотрите на картинке.
Выберите способ оплаты UZT или банковской картой. Выберите карту, затем введите желаемую сумму пополнения, затем нажмите «Подтвердить депозит». При депозите через банковскую карту минимальная сумма составляет 1000 рублей. Вот я и 1000 рублей и пополнялся через карту. Далее. Совершено сделку, друзья. После регистрации и внесения депозита вы должны написать свою макулатуру для подтверждения в телеграм-группу с прогнозом. Теперь вы можете совершать свою сделку. Я так и сделал, написал своему спонсору макулатуру. Вот. И вместе пополнились. С кэшбэком застрахованная сделка. В случае проигрыша данной сделки ваши средства будут возвращены в первоначальном виде. Так и есть. И мне возвращили, возврат сделали. Тоже я получал обратно свои деньги. Это действительно так. Без кэшбэка. Но незастрахованная сделка, в случае проигрыша ваша сделка не будет возвращена. Это тоже так же, друзья. Действительно так. Вот специальная сделка. Сделка с повышением процентов на возможности совершать данную сделку. Дается определенное время. Сам матч состоится через неделю после того, как был опубликован. Да. Действительно так. Специальные сделки. А вот VIP-сделки у меня нет еще VIP-сделка. VIP-сделка – сделка с повышением процентов для обладателей VIP-уровней. VIP-прогнозы публикуются в Telegram-канале. Действительно это так, потому что я подписан на Telegram-канал VIP. Там все публикуются, ставки. Далее. Создание команды. При регистрации у вас нулевой уровень, у меня нулевой уровень VIP. Чтобы повышать свой VIP-статус, вам необходимо развивать реферальную систему и строить свою команду. Я сюда никого не зову, я делаю презентацию. Всего есть 10 VIP-уровней. Для каждого уровня есть определенные характеристики, сколько партнеров нужно пригласить, какой бонус дается при достижении и других преимуществ. Далее. Таблица VIP-уровней. Я тут останавливаться не буду. Если вам интересна эта таблица, пожалуйста, нажмите на паузу и прочитайте. Далее. Агентство комиссии. За продвижение команды вы можете не только повышать свой VIP-уровень и получать награды, но и также получать агентскую комиссию. Каждый, кто приглашает партнеров, становится агентом. У агента есть агентская комиссия. Это процент от прибыли ваших приглашенных партнеров. Трехуровневая реферальная ссылка есть. Вы приглашаете партнеров. Он является для вас первым уровнем. От прибыли первого уровня вы будете получать 10%. Ваш партнер приглашает друга, который будет являться для вас вторым уровнем. От прибыли второго уровня вы будете получать 5%. Для вашего партнера приглашает человек, который будет являться для вас третьим уровнем. От прибыли третьего уровня вы получаете 3%. Далее. План инвестирования. На 30 дней с вкладом в размере 10 тысяч рублей. Сейчас чистая прибыль комиссионных за месяц будет 14 273 рубля. Я здесь останавливаться не буду, друзья. Посмотрите на паузу возможно, прочитайте сами, друзья. Я пошел дальше. Приглашение партнеров. Чтобы приглашать партнеров, вам нужно подать заявку на агента. Для этого придете в раздел команды и нажмите на заявку на присоединение, показанную на картинке. Вот тут, друзья, с правой стороны. Вот. Если вы зарегистрируетесь, конечно, у вас тоже будет такая возможность посмотреть вот команду, заявку на присоединение, посмотрите. Партнеры вы можете приглашать по реферальной ссылке. У каждого пользователя своя персональная ссылка будет. Реферальную ссылку можно найти в разделе «Пригласить друзей». А моя ссылка будет под видео для желающих. Далее. Не закроется ли платформа? Сегодня это важный вопрос, который волнует многих потенциальных партнеров нашей платформы. По интернету пока прокатилась волна новогодних скамов и людей, оставшихся у разбитой карты.
призадумавшись, стали интересоваться вопросом, а откуда деньги? Далее? Нет, не закроется. Давайте вместе разберемся, откуда деньги у нашей платформы. Далее. Откуда деньги? Первое. Платформа Тотбом является посредником между нами и букмекером. На сегодняшний день она работает с букмекерской конторой sabba.com. И вы, конечно, можете найти всю информацию о ней в любой поисковой системе. Иностранные букмекеры, в отличие от российских, берут ставки на оборот исход, оборотные спортивного события. Соответственно, наши ставки вполне реально существуют. Второе. Платформа Тотбом привлекает огромное количество трафика по реферальной системе, и часть этого трафика попадает к букмекеру. То есть букмекеру выгодно работать с нашей платформой и получать новых участников, которых не устраивает застрахованный низкий процент прибыли по прогнозам аналитика. Далее. Откуда деньги? По статистике 30% из привлеченных людей на платформе Тотбом становятся постоянными клиентами букмекера. Итак, один вопрос. Почему букмекер выгодно сотрудничать с нашей платформой? Мы разобрались. Далее. Какая выгода страховать сделки? Ну а теперь давайте разберем вопрос, какая выгода платформы страховать наших сделок. Во-первых, с каждой сделки партнеры платформы забирают 5% комиссионных. Только в один день участник может совершать 3-4 и более сделок. В среднем 15-20% в день имеет платформа с одного партнера, а их на платформе свыше десятки тысяч. Из этого следует, что платформа имеет хороший и стабильный доход с каждого своего партнера, и чем выше баланс у партнера, тем больше денег получает платформа с его сделки. Во-вторых, при выводе средств платформа также зарабатывает свою комиссию 5%, если вывод на карту, 3%, если вывод на криптокошелек. Каждый день с платформы десятки тысяч людей выводят свои средства. В-третьих, наши деньги находятся на счету платформы, идут в оборот в другие стартапы, проекты компании Blackstone Capital. Далее, давайте подытожим. Деньги платформы Тотбом – это прибыль от наших сделок, пополнения и выводов. Из этого следует, что платформа заинтересована в том, чтобы эти сделки, пополнения и выводы были мы, партнеры. Также заинтересованы в получении дохода на платформе. Вот и получается замкнутая система, где все осуществляют взаимовыгодное сотрудничество и каждый получает свою долю прибыли. Надеюсь, вы поняли, откуда деньги. Далее. Популярные вопросы. Я тут останавливаться не буду. Вот. Желающие могут нажать на паузу и прочитать все этот процесс. Теперь я перехожу. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me. На свой аккаунт Тотбом, и вместе с вами поставлю ставку. Для того, чтобы поставить ставку, надо посмотреть сигналы. Сигналы переходят в телеграм-канал. Вот они, сигналы. Вот сегодня будет играть начало 14:00 по Москве. Вот сегодня 6 мая 2023 год. 3-3 игра, Динамо и Химик и Динамо Москва играет. Давайте поглядим. Вот Химик и Динамо, 3-3. Кликаю на него.
ставлю ставку строго по сигналам. Запомните, друзья, 961,73. На всякий случай скрин возьму, чтобы показать другим. Вот, скрин взял, подтверждаю сделку. Все. Продолжить размещать сделку? Нет. Перетекать детали транзакции? Да. Посмотрим детали. Все, друзья, я вот поставил, все, выпью свой бокал кофе за сделку, за топ-бом, за то, что он дает возможности приумножить финансы. За топ-бом, друзья. Химик и Динамо Москва. Сумма сделки 961,73. Оценочный прибыль 8,85 рубля. Конечно же, мало, потому что у меня мало денег, даже не 1000 рублей. Поэтому оценочный прибыль 8 рублей. И 14:00 по Москве, сегодня 6 мая, будет выиграно. Тип баланс, счет 3-3, проценты 0,92% и статус в обработке. Вот вчерашний, друзья. Я записывал тоже презентацию вчера. Вот вчерашняя сделка выиграна. Почему выиграно все? Потому что ставлю строго по сигналам. Вот. Вчерашний, вот, позавчерашний, друзья, позапозавчерашний. Вот. Все статусы выиграны. Все, на этом я заканчиваю презентацию, друзья. Всем спасибо, кто смотрел меня. Всем пока, всем добра.